we're finding out about the expression to pull the wool over someone's eyes, which means to trick or deceive someone to stop them discovering something. Не вешай лапшу на уши, не пудри мозги, ты мне зубы не заговаривай. Меня похитили пришельцы, не вешай лапшу на уши, не пудри мозги. Добрый день, дорогие ребята! Есть такое выражение «не вешай лапшу на уши». Означает это выражение «говорить неправду, рассказывать небылицы, вводить в заблуждение, одним словом, обманывать». Слушай, только не надо мне лапшу на уши вешать, за лохами я держу! Что ты мне лапшу на уши вешаешь, а? Don't put spaghetti on his ears! Наконец-то начать строительство этого союза. Если мы хотим его построить, если нет, не надо пудрить друг другу мозги. Владимир Николаевич, у тебя дома жена, сын двоечник, за кооперативную квартиру не заплачено, а ты тут мозги пудришь. Плохо кончится, родной. Ты говори, говори, да не заговаривайся! Talk, talk, but not over talk! Для вас. Ты мне зубы не заговаривай! Don't speak with his teeth.